приготовим очень вкусный летний салат, легкий и богатый на витамины. Для этого нам понадобится капуста, у меня пекинская, кукурузка вареная, огурцы свежие, и для заправки или йогурт, или можно сметанку. Для начала нарежем капусту. Капусту будем нарезать такими крупными кусочками, не сильно мелко. Вот так вот. Тоненькой соломкой нарежем огурчики. У нас кукурузка сваренная, молодая. Мы ее вот так вот нарежем прямо. И добавляем зерна кукурузы. Салат присаливаем по вкусу и добавляем наш йогурт. Все хорошенечко перемешиваем. Вот такой у нас получился легкий, аппетитный и полезный салат. Приятного всем аппетита! Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!